Приветствую! С вами Павел Колесов, мой персональный сайт pavel-kolesov.ru, и я помогаю людям становиться везунчиками-удачниками. Вы сейчас смотрите это видео, и я приглашаю вас на международную онлайн-конференцию «Новое время. Революция сознания 2012». Вы обязаны быть там, если вы хотите добиться максимальных успехов в своей жизни. Почему вам там стоит быть? Потому что на этой конференции будут все крупнейшие игроки рынка инфобизнеса в России. Они с вами поделятся, как они добились своего успеха, как у них все получалось и что необходимо сделать, чтобы в вашей жизни реализовалось то, что вы хотите. Тема моего выступления будет «Как поймать птицу удачи за хвост». Вопросами везения я занимаюсь уже 8 лет, потому что я терпеть не могу длинные сложные пути. Я люблю раз, два, три и в дамках. Раз, два, три, получил то, что хочешь. Я разбираюсь с такими технологиями, и я передаю их людям. Если вы хотите стать везунчиком, удачником, если вы хотите, чтобы в вашей жизни легко достигались те цели, которые вы хотите, если вы хотите перестать вот эти, когда приходится с огромным трудом добиваться каких-то целей, в общем, так тоже можно, на мой взгляд, это неинтересно. Гораздо так, жух, и мир проворачивается, и каким-то, казалось бы, со стороны совершенно волшебным образом, в вашей жизни возникает именно то, чего вы хотите. Везунчиком-удачником может стать каждый. Через мои тренинги прошли уже тысячи людей, и многие из них нашли свою любовь, увеличили свои доходы, купили недвижимость, купили машину, купили квартиру, живут по-настоящему счастливой жизнью, и это просто. Быть везунчиком – это просто, если вы знаете несколько фишек, если вы умеете их применять. Как это делать, про это и будет во время моего выступления на конференции. Обязательно приходите, обязательно участвуйте. Почему? Потому что я и другие спикеры будем давать огромное количество вкуснейших бонусов, классных инфотренингов, которые обычно продаются за деньги, мы их будем предлагать вам бесплатно, для того, чтобы в вашей жизни было максимальное количество результатов, чтобы у вас произошла революция сознания, и вы поняли, как много вы можете достичь и как легко это можно сделать. Спасибо за внимание и участвуйте в конференции. С вами был Павел Колесов. До встречи!